Чей, Так, чей опять страх? Опять пяток страхует, блядь. блять, а чё я, наверное, возьму, да, к жилечке заложу, пока мы втроём, да? Ну, ты попробуй, бери. Конечно. Такое так, и камтаки надо. А, ты, и 6Б47. Ты же в курсе, что это, блядь, в жопе мира может появиться кузнец откуда, и пойдем туда туда потихоньку. Ты никого ты не поймаешь голожопых с этой хуйней. Так, ну ладно, это чисто мы сделаем отдельный выход, прям чисто под этот квест. Да. Лучше еще с кем-нибудь. Так, побег, ЧВК, развязка, 0-0. Взял. Страховать сейчас. 100, рюкзак дикого направляющего, инкостар, кейсик нам не надо, бронежилет пака нам не надо страховать. Вообще, войсковый защитный шлем, ратник, хуй с ним, пусть страхуется. Страхуй все. Там страховка за твою паку 1000 рублей. Нахуй она мне, и че, вот она вернется мне, нахуй она мне. Продаж. Собирать-то кто будет? Я, мне больше. Я серваки никогда не меняю, так что сиди давай сюда. Хуя. В смысле? Как ты отменил? У клипа какой-то авторус стоит, поди, да? Какой авторус? То же самое. Чё стоит. Не знаю, собирает море, не ебёт. Ну стартуй, точнее инвайт. Я не вижу тебя, клип. Нажми кнопочку поиска. Потому что он, блядь, это... Какой вошёл? Вот назад щёлкнулся. Не надо меня зачелкнуть, мне надо просто из группы было выйти. Вот и я о том же. Ебать, у тебя шняга. А чё, через эту маску на шлеме не видно, типа, огонёчек не светится? Нет. Хуя это чё? А ещё она не закрывает обзор, как стекло. А я не глушённый, кстати. Ничего страшного. Я буду приманивать чувака. Она второго же класса, да? Ты ключ взял? А, мне ключ не нужен еще. Следующий рейд, если мы сделаем, сейчас мне ведомости. Мне надо ведомости. Я забрал, по-моему, только... Я не помню, что я забрал. Надо посмотреть. Гашан точно надо. Возможно, идею. Возможно, или не помню. Больше стронг. Пойду пока новый ВТФ посмотрю. Про там дерьмо, блядь. ВТФ. А-ха-ха-ха, чувак застрял. Да, классно. Только он там красиво убил парня. Жаль, полтать не сможет. Да вообще пиздец, просто стоит за этой... За стеллажом, еще из пистолета убил чувака. Чувак долбоеб. Полчаса на него смотрел, не мог прицелиться. Он мог прицелиться, просто стеллаж не простреливается. Какому-то боту будет хороший буст в стиле двух трупов. На карту. Зеленую, черную карту чувак нашел прям в одном рейде. Нормально. Я так и не понял, нахера нужна черная, потому что квест убрали, который по черной карте. По крайней мере, пока. Что-то ВТФ стали какие-то уебанские. Кто-то своего убил, блядь, нихуя себе момент. Своего убивают гранаты. Ой, охренеть, какой момент. Нет, забей, там не в этом была фишка. Там фишка в том, что граната рикошетнула через верх и вылетела в окно. Нет, тут всякие лакишоты, блядь, дурацкие. У меня такие же моменты были на лабе, когда я кидал грену. Я в том смысле о том, что лакишоты какие-то унылые стали, блядь. Ну, no, просто не такие, блядь, просто, понимаешь?
Бывает. То есть просто одного убил, там визгу, вопли, блядь. Раньше первые эти ВТФы были, там 5-6 человек разваливают, вот это нормально. А это там лакишотик дал, ой, визгов, блядь, охуеть. Я не понимаю, что ты там, ну еще визгов. Ну, блядь, я не понимаю их визгов, блядь, от какого-то ссаного лакишота. Ну, от Грены давай начнем с того, что от Грены там довольно... Да я не про Грену, я довольно... про общую концепцию. Довольно что, блядь... забавно было все. Да, Греной. Там бывает забавно, но их очень мало. Бля, ну хватит спорить уже, а, пожалуйста. Просто они стали унылыми. Реально унылыми стали. Смотришь, там, блядь, какой-то клоун убьет одного со разворота, блядь, из масней. Визгов, блядь, пиздец просто. Ну, почему? Ну, потому что такие вот подборки у них. 90%. Я тоже лакишотом убивал ноускопом парня в 360. Куда ж без тебя-то, блядь? Ну, это было все пару раз. И визжал, как сучка. Нет? Нет, просто... Ну вот почему ты не визжал, а они визжат, блядь, и выкладывают эту хуйню. Просто, просто прихерел слегка, да, начнем с того, что они не выкладывают. Нет, я говорю, почему они визжат и выкладывают эту хуйню, а ты нет? Может, ты просто немножко адекватнее? Ну, это, правда, не точно. Откуда я знаю? Я о том, что, блядь, хуйню выкладывают с визгами, блядь, с лакишотами. Успокойся, ну, лакишоты. 90% проблем ты всегда лакишоты. Своего там как-нибудь по-нелепому убьют, тоже визги. Вот как меня Грены убили, надо было выкладывать. Это я сам долбоёб сидел там, блядь, ждал, пока мне Грена прилетит. Кстати, по-моему, стрим был или нет? По-моему, не было стрима. Клипы, может быть, стрим. Может быть. Блин, сверлить еще начали где-то. Твари. Че, не спится. Ночь глухую. О, камон, блядь, пошли. Куда? Может, в центр побежим сразу? Побежали. Кириллу там. Тебе биток-то не надо? А, надо, где ты? У нас лучший рез, блядь, алё. Да. Это я-то зачем выкинул? Кстати, под закладку вот, лучше. Вот, убирай, вот. Угу, спасибо. Паленый рюкзак мне дал. Я у центрального входа уже. Бежаю ибупрофен. Ты в утро побежал? Ну а куда мы бежим, блядь? Тебе надо килу или нет, блядь, сука? Не ругайся. Да потому что ты тупите, блядь, оба. Хорош. По мне кто? Не я. Я внутри, блядь, у мешков сижу. А меня снаружи бьют. Уходи, блядь, внутрь. Я пытаюсь. Кира, я с тобой рядом. Надо на второй подняться, прикрыть нашего. Пойдем. Справа кило, слева кило, смотри. Ну я долго здесь не проживу, пацаны. Да пробегай вперед, блядь. Ты наверх пошел? Да, прикрывать нашего. Сказать об этом. Я тоже поднялся наверх. Чья флешка была? Не моя. Тоже в техно. Да. Да, там тело есть. Вдали стоит. Меня убили. У тех на тело, Кира. Я ебал вашу беготню, пацаны. Нахуй это надо было? Даже не добежал, блядь. Кто ж тебе надо бежать сразу за нами? Почему мы добежали? Увидел, пробежала налево? Налево ушел. Да похер. Где ты помер? Где тебя убили? Скажи нам, где тебя убили. Выход из доли и первая справа площадочка, КамАЗ за ним. Что Оля делал? А в
вы куда побежали? В центральный вход, блять. У нас лучший рез был. А, я-то думал, мы туда на видюхи побежали. Какие видюхи? Центральный рез — это лучший пресс для видюх. Ты в Расму сразу попадаешь. Покажи, где тебя убили. Наведи меня. На воде. Сейчас. Вот там? Нет, выше. А ты не увидишь отсюда. Я напротив Оли. Оли. Боря, блин, Боря. А, ну понятно, что его убили. Он на рез прям побежал. Гений, блин. Ой, да все, идите в жопу. Я один ходил туда на эту развязку, все делал и выносил, блядь. Помнится. Это беготня, побежали туда. Я так и не понял, куда вы побежали? Центральный вход, блядь. Все. Ты не знаешь центральный вход? Электричество врубили. Там медицину облутывают, наверное. Ты видишь? Нахуй, ты Польшу ебучую, ну. Все уже, блядь, опять там фулки побежали на. С теплака поди меня насовали на. Даже не видел, откуда стреляли. Круто. Проблема не с теплаком, проблема в том, что ты на рейд побежал. Из-за этого тебя и убили. Ты к людям побежал навстречу. Мы-то пробежали спокойно. Да я не понял, куда вы бежите. Ультра, я думал, все, вы на центральный улице. Вход, он сказал, на ультра. Я прям сразу сказал, центральный вход. Я не понял. Ну это уже не наша вина. А я что сказал, что есть ваша вина, что ли, или нет, что? Нет, все нормально. Ну и все. Ну как-то спрятаться так. Ты просматриваешь техно, да? Не до конца, нет, не просматриваю я его. Давай я выйду, Глеба. Ну там чувак был. Можем сходить туда, там стрельба была. Так оставь, сейчас сюда придут. Я бы хотел посмотреть техно. Я думаю, там все залутали. Там уже все залутали, если он туда выбегал. Там и электричество включено. У тебя ключа нет, да, от этой хуйни? Нет. Так, бот, по-моему, вижу, бота сейчас убью, если ты не против. Убивай. Да, сука, ты остановись. А вот этот бот? Да. Я сейчас убью. Убивай, пока меня не увидел. Вот он дерзкий. Еле убил, блядь. Ты еще я в него попал один раз. Да, блядь, вот я говорю, в ПВЕ я убивал его просто с выстрела. Тут час в них стреляешь, тут хуй убьешь. А чего ты решил, что электричество включили? Я не слышу, что игрушки орали. Не-не-не, сигналка орет, я слышу. Вот здесь, где я лежу, не слышно. Подойдешь туда ближе к техно, услышишь. Смотри, увидишь бота, скажи мне, боты нужны. Мне квест до сих пор не сделал. Осталось 14. Ты пил, да? Да, ты пил. Че, так и будем сидеть или пойдем походим? К кибу сходим. Сейчас придут сюда. Если электричество включили, сюда по-любому придут. Кибо контролит, не? Ладно, пока ты сидишь, я пойду боту понюхаю. Ты контролишь вроде. Красавчик.
О! Это что такое? Вот калаш где-то настреливает. Глухо так. Внизу, 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 внизу. Мне хорошо дал. У эскалаторов. Сейчас может подняться к тебе. Смотри, эскалаторы. Эскалаторы, блядь. Вот, да, вот здесь. Ты бы сейчас его убил, он прям там сидел. Блять. Убивай. Я упал вниз. Молодец, блядь. Он на эскалаторе, блядь. Пора менять позицию. Валим отсюда, нахуй. Лучше вон сюда, не к техно. Ты не урод. Нужно знать про эту позицию, там как эта фулка была. Фулка-фулка. Ты куда ушел? Я сижу, блядь, рядом с тобой. За этими мешками у эскалаторов. Лечусь. Что ты взял, что я ушел? Там с большим мешком был товарищ. С очень тихо. Большим. Идет, идет кто-то. Слушаю, идет, крадется. Справа. Это бот. Наверное. Это был бот. Бежит, бежит кто-то. Так, лягу, буду туда смотреть. Если бы ты правильно смотрел бы, увидел бы его там. Ну, ладно. Как раз там под эскалатором стоял. На улице, что ли? Нет. А то кто-то вырубает. Уж долго сидим, пойдем гулять уже. Странно, что свет включили, сюда никто не пришел. А сюда-то зачем? Но идти проверить медицину.
Там уже залутали ее. Там чел туда бегал. Хочешь, пойдем глянем? Так, я сейчас гляну, какие мне на ведомости. Сходим за ведомостями. Хули тут сидим. Хоть ведомости вынесем. У кого там стук лютый? У меня. Олега Шан мне надо. Сколько времени? 30 минут. Тут у меня где-то ремонтируют рядом. То сверлят, то стучат. Ты будет мешать, я буду мучиться. Блять. Поставь на кнопку, да и все. Да. Ну пошли давай. И во время боя, блядь. Куда? Направо, над кибой чекнем еще. Веди. Вот это тут положу. Будешь не хочешь? Нет. Отлично. Да я посмотрю. Ничего нет интересного. Нахуй ты стреляешь, говно, блядь. Ты куда направо ушел? Техно, что ли? Да. Окей. Только я в сам техно не пошел. Я понял, зато. Он слышишь звук, да? Нет. Ну, я тогда слышу сигналки. Ну вот. А, ты свернул налево, да? Если киба открыт, туда пойдем по этим. Киба не открыта, тут бы сигнал карала. Сзади, походу. Меня, походу, сзади сняли. Да нет, не сзади. Куда, блядь? Ебать он. Хозяин. Ебать он резкий. Тебя тоже? Репортность, да, ключи откинул. Да, вижу. Он лежал. Ты видел, что он сделал? Он лежал просто. Нет. Ждал. Ты видел, как он развернулся? Нет, не видел. Я видел, что ты вышел, а он уже на тебя целился. Он не нацелился на меня, он целил вообще в другую сторону, потом резко развернулся и начал... На стриме видно было, что он прям в тебя целился. Нет. Это у тебя просто лаги. Это не лаги. Блядь, я на стриме сейчас смотрел. Ты будешь спорить, блядь. Ты отмотай вот буквально на... Я сам отмотай, если тебе так интересно. Я видел, что видел, блядь. Окей, специально тебе. Может, даже это стримится. Вот, вот. На замедленном еще посмотри. Досиделись, блядь. Возможно... Нет, тут чувак вряд ли. Так, может быть и тут. Он нас услышал. Что, у меня колока нет, что ли? Пиздец, у меня тут долбит, сука, заебали. Через 16 минут у меня что-то истечет. Да ну нахуй. Потом посмотрим. Почему это через 16 минут? Хущенко, вот тебе по голове стучат старые. Да вообще пиздец, просто рядом. Ну давай посмотрим. Смотри просто, я видел, что он прям на тебя смотрел. Вот рили. Спит 0.25. Угу, на меня он смотрел, он на 360 развернулся. О, читак.
Ну, меня он убил, я не видел его вообще. Вот, а в стрим я у тебя смотрел, он лежал уже на тебя смотрел. Ну, давай вот на, смотри, вот специально для тебя. Я вижу твой стрим. А ты в этом, что ли, в Дискорде? В Дискорде сейчас начну прямой эфир. Господи, экран. Вот. Сейчас. Вот. Видишь? Все, подожди. Липа. Кошка, хули ты приперлась? Ну-ка, давай. А теперь смотри, вот. Намедленно. 0.25. Вот, вот я думаю, как-то выйти на него. Я его даже сначала не заметил. Ну, он там лежал. Ну, смотри, внимательно. Хоп. А теперь смотри. Оп! Да, он развернулся на 45 градусов. Это видно прекрасно. О, лёжа, ты так не развернёшься. Ты лёжа так не развернёшься. Ну, видимо, да. Причём, если он смотрел туда, хули он смотрел туда, когда меня он убил, на градусов 15 от тебя левее. Я знаю, я тебе говорю, читак, просто читак. Я тебе говорю то, что... Спорить не буду, да, я на него репорт кину. Возможно, читак, всё, договорились, блядь, читак. Кошка, съеби нахуй от меня, пожалуйста. Какого хуя ты припёрлась на стол? Ну, вот что ты тут делаешь? Что тебе, блядь, надо от меня? Волосатое говно. Еда у тебя есть. Иди нахер, жри свой корм. Ну, повезло нам, хули, блядь. Просто серьезно, лежа под таким углом вообще никак не развернуться. Согласен. Я ни в коем случае не буду спорить сейчас. Я на него репорт кинул, ладно. Ты... Причем, ладно бы он смотрел в ту же самую сторону, только он смотрел куда-то в стену. А у тебя клетка гейсера. Те же самые, как у тебя. Ну я Италию переставил. Ну... Я не знаю, будет ли у меня... Сейчас у меня будет вылетать, поди-ка на твоей Италии. Выйди, посмотри пинг. Ну или поставь сам там тоже что-нибудь. Но на эти сервера нет смысла ходить. Конечно, один раз убили, блядь, сам побежал на респу. Нет смысла. Блядь, вас только что читак разъебал, ты на меня залупаешься, блядь. Алло. Ну, видимо, до Польши читаки добрались. Ну, поведение было не свойственно игроку, парню. Обычному. Нет, согласен. Что-то не повезло нам. Очень сильно. Бывает. Кошка. Бабушка. Мелкая зараза. Мелкая ты зараза. Четыре глаза. Нахуй мне призма. Потому что нужна мне тут призма. Нормальный прицел. Такой. Кот. У меня кошка. И бабушка. Лежит тут хвостом, машет. Мелкий тварёнок. Хватит кота трогать. За яйца. А. Не могу быть остановлен одновременно, но я понял. Ты есть хочешь? Сейчас я пойду, я покормлю, а то он не отстанет. Идем. Ты что, тоже жрать хочешь? Прибежал? Или тебе скучно одному кот? А типа готов. Еще эмочка с 9.95-ми. Была парню. У него была с 9.95-ми эмочка? Да. Что-то молодой человек получается, да? Все четкий.
Идиот он, а не четкий. Так, побег. ЧВК, развязка. 4 утра, да? Ну, пошли на 4 утра. Че, мне глушеным идти? Вы глушеным идете? Да, пофиг, нет. Нет. С кукурузой. У меня Италия, если че. И сколько у тебя пинга на Италии? Не знаю, мало. Ну, пошли, вылечу и вылечу. Куруза это кто? А, в игре. Куруза это кукуруза. Это ПСБ этот, 4? Нет. Так, объясни. Заходи давай, не инвайт. Ты пришел, чтобы я тебя потискал. Сейчас, погоди, я все возьму. Для начала. Что нахуй? Медицину надо взять. Солеву. И фаут. Так, бейсбол есть, все есть, патроны. Патрики. 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 Так, все, все, все. Сейчас я еду принесу, ребят. Давай. Кот. А кто собирал? Боря? Можно вообще автору поставить, не будет мозг. Да? Он пока он ходит. Ну, инвайт уже. Он отошел. Он же отошел. Инвайт. Ты говоришь, что можно было так развернуться, да? На 45 градусов невозможно лежа развернуться. Тем более настолько резко. Да уговорил ты, уговорил. Читак, это все уже. Меня слышно вообще? Слышно. Я что, это 5 раз сказал? Да, согласен, это читак. Кто-то доебался. Так, что мы на Италию идем, да? Да, да, похер. Ну выкинет, выкинет, убить раскидаете. Пошли давай. Нас там уже раскидали. 4 утра, да? Да, да. Вот, и вот интересно, серьезно, парню с автонаводкой играть. Кира, ну. Вот скажи мне, если бы за читы не банили, и они были общедоступны, ну, более-менее, там, допустим, стоило бы рублей 100, ты бы играл с читами? Зачем? Ну, ты понимаешь, они общедоступные. И чё? Они играют 99% сервера. Ты бы играл? Я бы не играл в эту игру. Я бы не играл в эту игру, вот и всё. Ну, это да. То есть это получалось бы обычная игра, только у кого реакция на читы будет быстрее? Не совсем, у кого читы лучше была бы реакция. Ну, одинаковые, допустим, у всех. Ну, нахер. Допустим, нет автоаима, есть только подсветка игроков. Как в дурацких шутерах всяких. Ну, а смысл, если все друг друга видят? Единственный чит, который мне здесь нужен, чтобы я собака Ники видел своих над башкой. Хотя бы своих. Угу. Ну даже красной звездочки хватит над человеком. Да что угодно, господи, чтобы свои отличались как-то от чужих. Не спрашивай, ты не ты, блядь, и умирать. Ох, бля.
В Таркове не надо спрашивать, ты не уверен? Стреляй. В худшем случае раскидаешь парня. Как, Боб вчера или позавчера? Позавчера. Ой, справа движение. Тра-та-та-та-та-та-та. Прям в метре, блядь. Не, да, ну, метре, блядь. Не, ну если, если как бы ты знаешь, что рядом с тобой еще кто-то есть, то я сначала буду стрелять, а уже потом думать. А если рядом со мной я слышу только одни... Мы полчаса сидели, лечились, блядь, на одном месте. Перезаряжались, я там себя залечивал. И потом встали и пошли. Повернули за угол и пошли рядом. Даня немножко отошел в сторону за машину. За железнодорожный вагон. Этот долбоеб слышит. Справа звук, блядь. Разворачивается, ложится, блядь, стреляет по ногам Дани. Ебаный в рот, кто же, блядь, рядом? Ты не сказал, что ты пошел правее, блядь. Сука, ты не слышишь, что он идет справа у тебя? Нет, у тебя враг, блядь, подкрался прям. То есть тут мы двое не слышали врага, а ты слышишь, блядь. Боб это пиздец, конечно, местами. Я-то откисаю часто, потому что, блядь, сомневаюсь, что свой не свой. Поэтому на меня кто-то выходит, я пока думаю, блядь, свой не свой, умираю. А потом приходит Даня какой-нибудь и забирает всех. Или ты там, или Боря. То есть не спрашивать, да? Если я не уверен, что это не свой... Там, допустим, я вижу чувака без СВДшки, убиваю нахуй. Ты же с СВДшкой? Да. Теперь ты не глушеный, я глушеный. Мы вообще ставим один сервак, объясните мне. Не знаю. У меня он стоит это, 3 или 4 сервака из Америки, мне заебись. Игру находит отлично сразу, когда я один играю. Он вчера, пока ждал людей, зашел, блядь, голым, а вышел, блядь, с напарником, блядь, одетый там, налутанный, с калашами, блин, заможенными. Причем он меня еще выстрелил, блядь, сначала. Потом ему покуекал, он перестал стрелять. Он меня еще завел в медицину, блядь. Я там налутался в медицине. Потом пошел кибу открыл. Вот там каждый по 2 колока вынесли оттуда. С модами. Вышли, показали друг другу большой пальчик. И были довольны. Более вообще здесь. Угу. Жрёшь? Да. Приятного тебе подавиться. Как будто там стол долбишь. А не кушаешь. Спокойно 6. С теплаком, что ли? Собрался. А, нет, не с теплаком. Пойду я на развязку с теплаком, где так нихера не видно, блин.
Я могу попробовать поставить чувствительность поменьше, поставить микрофон себе под морду. Может быть, спасет от этого. WhatsApp по голосу. Слышно меня? Да. Раз, раз, раз. Нормально? Да. Более чем. Сейчас посмотрим, будут сверлить. Ой. Налопался? Вот это я покушал. Что ж ты там такое жрал-то? Я не жру, я ем. Жру свиньи. Да-да-да. Кушал вареный рис и грудку. Пытаюсь сесть на правильное питание. Почему я тебе не завидую? Я умею вкусно готовить, но, к сожалению, пока не хочу. То, что не хочу, хочу правильно питаться. А правильное питание — это вот вареная хуйта. Такая мерзость. Да. Не, поначалу нет. На третьей неделе начинаешь охуевать. Не знаю, я пару дней, наверное, не выдержу эту хрень. Вареный рис, гречу, блин, курицу вареную, да на нах. Не, ну я со специями, у меня там приправы всякие добавляю. Ну, вареную курицу, если ты грудку там отварил, можно ее на сковородку кинуть, чуть-чуть просто припустить, чтобы она хоть поприятнее была. Просто на сухую сковороду кинул, чтобы она чуть-чуть поджарилась буквально. С двух сторон там подрумянилась. Уже приятнее. Я люблю курицу купить. Меня когда заебывает, когда вареная заебывает, я мариную, ну то есть сметана, специи всякие прикольные, заворачиваю в фольгу. И в духовочку? Да, и в духовку. Тоже неплохо. Я другой рецепт как-то нашел себе. Купаешь грудку, режешь вдоль тоненькими такими ломтиками, отбиваешь немножко, сыпишь разными специями, чего есть там у тебя, вот, солью, и кидаешь в плошку, заливаешь оливковым маслом. Вот. Перемешиваешь, поставить в холодильник на пару часов. Потом на сковородку. Она нежненькая получается. Тоненькие слои эти, ломтики. Просто обалденная. Разные специи, там, травку какую-нибудь. Базилика сушеного. Немножко. Что все... С детства привык, что у курицы грудка сушеная. На самом деле, просто в Союзе готовить не умели. Лишь бы попроще херахнуть ее, да и все. Переварить, блин, чтобы она как подошва была. Оказывается, и говядину. Я не люблю говядину. А ее просто в Союзе не умели готовить. Делали из нее говнище какое-то. Оказывается, ее можно готовить очень неплохо. Печенку вообще терпеть не могу. Маме какой-то умный врач в детстве мне сказал, что мне не хватает железа. Мать меня печенкой пихала просто. Запечкала из-за того, что я терпеть перевариваю просто запах. Мы ж нахуй Италию, а? Давайте поставим, вы поставите оба автосерваки, себе ру и пойдем. Клипа-то здесь? Клипа. Так его, по-моему, тоже. 10 минут сидеть ждать-то, ну нахер. Вон здание поначалу, пока никто не приходил, играли на Америке. Втроем, блин, так было. Таков, ну, блядь, настолько редко. Америкозы такие играют, как я, почти все, за редким исключением. На чили там, дед? Да ну нахрен. Не, надо было поныть просто немножко. Чё, как? Клипа. Да. Клипа! Меня вот больше умиляет, что он стримит на YouTube, на Twitch, блядь, и на Good Game. И смотрит его, по-моему, с Good Game, блядь. Good Game еще живой, блядь, до сих пор. Там кто-то смотрит кого-то.
Он еще и чат не выводит, рестримовый. Я был неверный. Да. И прошло 10 минут, мы нашли какой-то охрененный сервер. Вообще. Очень живой. Вообще охрененный. Посмотрим, сколько читаков на квадратный метр будет. А, господи. Ты неправильно эту фразу произносишь. Да не, забей, тут не в этом суть. Господи. Тут не в этом суть. Акцентом таким костромским. Суть в том, что это полный бред. Парень, понимаешь, если ну, бы... Ну, читак, что переживать-то? Ну, убил, да похую да вообще. Да нет, мне это пофиг. Просто парень даже не скрывает то, что он читер. Сидит, ну, блядь, и чего? Сидит, лежит в стену. Купил тайный аккаунт на известных сайтах, блядь. И сидит спокойно себе, фармит, что хочет. Просто нет. Есть читаки, которые фармят бабло, они людей не трогают. Они ходят именно за лутом. Если человек к ним прибегает, они убивают. А так они стараются их обходить. А есть читаки, которым вот хочется почесать яйца. Типа, я крутой, они у меня там до пяток достают. Вот это вот, скорее всего. Либо просто мы вышли на него неудачно. Ну, блядь, почти. Это все равно, что, блядь... Все равно, что, блядь, домкратом 100-килограммовую штангу поднимать и кричать, что ты Арнольд Шварценеггер, блядь. Ну да, 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 можно примерно так сказать. А вы куда пошли все? Я на схрончики пошел посмотреть. Пойдем схрончики смотреть, что это я тоже пойду. Потом пойдем на ГС. А, я гемостат не взял. Это беда. О, смотрите, схрончики ваши. Я пока полежу в кустику. Полежи, кустик. Я буду косплеить кустик. Надо сейчас PostFX отключить. А он тебя куда, в грудак, да, убил? Да. У меня тоже только в грудак. Аимщик. Я потерял схрон. Че, на газ пойдем кнопку нажимать или внутрь пойдем? Ну, да мне пофиг, куда угодно. Можем пойти внутрь сразу. Потом снова идти на газ. Зачем? Ну, кнопку нажимать, чтобы кибу открыть, бля. Ну, пойдем на подстанцию, мы тут рядом. Блин. Ну, пошлите. Я бегу к этому, к мосту. Я тоже к мосту. Так, ну мне и боты нужны, получается, но мне боты с близкого расстояния нужны. А мне боты похрен откуда надо. А тебе надо, да? Ты тогда больше ты работай. Мне просто ботов надо, просто вот первый квест ботами еще не сделал. И просто я в паке, если подойду близко, меня разъебут они. Зачем ты в паке идешь? Их и в паке надо убивать прям? Нет. Чувака ему надо в паке убивать. Твои. Дайте мне ешку. Очки сними, чудовище. Хочу. Я подбегаю за 2 километра, вижу сначала очки, потом тебе. Не хочу. Хорошо сними. Тебя часто флешкой слепят или что? Да. Анальгоз. Drink водка, play dotka. Чё там было? Водка. Бей. Я туда первый ломанусь, чтобы ботов. Ну, ломанись. Ты только Адар довел до ума, меня убили, но... Спасибо.
Давай потери. Адар потерял. Вообще похуй на Адар. Ну вот. Умница. Он, блядь, 17 квестов мне выполнил. Столько лута вынес, блядь. Я автобус чекну. Я у контейнеров уже вперед прошел. По тебе? Опа. Это не ты, да, старый? Нет, конечно, у меня глушаный. Оставь, вижу. Я первый подойду, да, я первый подойду. Там кто-то бахал. Это был бот. Уверен? Да. Иди внутрь, иди, если хочешь. Ты, конечно, по улице прям по центру идешь, охуенно. Там тебя снимут. Со стекла, блядь, сверху. Капец тебе, служивый! Так, это бот. Оставь. Кто-то убил его, да, я так понимаю? Я... Нет. Спасибо. Не за что, бля, мне тоже боты нужны, во-первых, а во-вторых, ты полчаса его убиваешь, блядь. Ну, блядь, сколько могу, столько убиваю. Он два раза в меня выстрелить успел, ты зажал в него тридцатку, я повернулся, дал шот, он умер. В меня, блядь, стрелял. Идите. Не знаю, как он так тебя стрелял. А электричество уже подали. Ну вот. Там внутри, может быть, до сих пор сидит. Вражина. Да. Есть враг, да? Их убивайте. Это бот? Нет, сзади откуда-то. За цистернами. За цистернами, за белыми. Противник. Окей. Я не лезу, идите убивайте. Я помог тем, что слот занял. Вы бегаете рядом со мной? Да, я побегал. Там, где я остался. Он убежал куда-то. Мимо меня вроде не побегал. Он за этими был, за... Вижу его. Где он? Блядь, иди на, я умер. Где он? Дальше трансформаторка небольшая, справа от белых. Сверху посмотри, это, блядь, бот. Это просто человек бот. Охуй, он там делает. Появился. ПС крик там. Сила. Ебаная палка, ненавижу этот квест. А с какой именно из них? Блять, ну включи стрим, я тебе скажу. Он, у него включен стрим. На Ютубе, на Твиче. Справа от белых маленькая трансформаторка была. Там, что ли? Да. Блядь, ты вообще в другом месте. Ты вообще... Да, да, да. Понял. Убил? Нет, это он... Это обычный бот. Это не обычный бот, челобот. А ты репорт мог подать на него? Ну, умница. Ты его убил, да? Нет, нет, это не я стрелял. Я вообще лежу, блин, жду, когда там. Вот, смотри, вот, вот в угол смотри. В самый угол. Он меня уже разлутал, походу. Долго ходит. А может это обычно? Да вот он! Я не хочу вылезти под твою пулю. А вот это вот ты убил с чем?
Все, всех убил. Нет, кто-то только что стрелял здесь. И стрелял не я. Мне к тебе идти или не надо? Я не понимаю, где этот чувак. Я у этого, у автомобиля. Ну заходи аккуратно. Давай, еще захожу. Я там же, где был, остался. Я понял, я в автомобиле. Я захожу от этой мусорки. Окей, он где-то между нами с тобой остался. Вот смотри, вот от этого автомобиля, вот так прямо, как ты смотришь в эту железяку, вот в самом там дальнем углу есть еще одна такая железяка. Вот где-то примерно за ней он был. Тихо, тихо. Я он ревняка. Ну окей. По забору идти. Я в этом. Слушай, вот там, прямо смотри, старый, он там был. Вдалеке. Понял. Я по забору иду. Вижу. Вон он. Минус. Окей. Я подбегаю. Да. Наверное, бот был, хотя хуй знает. Видишь, бот нихуя. Пчеловод. А, вот он и сидел. Вот эту, его я и слышал. И он обычного бота, я да? Я тоже его слышал, кстати. Он обычного бота привалил, да. Гризли целое, хочешь? Давай. У тебя есть куда покласть? В рюкзаке. Где-то лежит наш убиенный. А где он? А где наш-то сдох? Возле наливника. А, он там по центру лежит два трупа. Там прям по центру два трупа. Так, так. Так, я нашел, увидел. И попробую уже дать. Наш. Это бот, которого мы пристрелили. Бля, ну сойди меня так обоссал, тварь. Ну чё, тебя разлутывать надо, я так понимаю. Скинь-то и всё. Уши, шлем. В смысле достаточно места в инвентаре? Лутался уже. Я не налутался, у меня калаш почему-то не раскладывал. Я не про тебя. Я внутри этого. Хорошо. Ну, этот козел все пролутал, кроме куртичек. Мусор. Где хера не все. Я тут в кустах около забора. Я сумки чекаю внутри. Чек. Компы почекай. А что сейчас было? Знаю. Я не стрелял. Я вообще ничего не слышал. Глушак только что был. О. Я...
Я не слышал. А, живут что-то говно. Альфу твою не выкидывать, он? Похуй на нее, думаю. Я к тебе внутрь иду. Окей. Со стороны компа, тут еще лежит труп. И ты тут что ли их настрелял? Ну, я там пару ботов убил. Я пойду понюхаю тебя ботов, что убил. Ну, у них ничего нет. А ты нюхал? Угу. Ну, вдруг есть. Просто понюхал. Надо же опыт получать хоть какой-то. Ты забегаешь? Да. Там полутано? Да. Ну, щеки все пролутали. В картотеке, блядь, лутай. Че, идем внутрь, нет? Да. Пойдем. Калаш забыл забрать тот. Ну ладно, хуй с ним. Давай мне ведомости. Стреляли по мне. Справа. Слева. Еще, да, справа. Справа. Блять, да сука. Дай убежать. Так, я спрятался. Справа? Да, оттуда, откуда мы пришли. Он мне ногу, руку выбил, блядь. Ноги раздолбал, руку выбил. Хорошо, на бейсболе. Смотри, я сейчас чинюсь. Почему по мне-то, блядь, постоянно ебошь? Что за хуйня? Причем стреляли, знаешь, чего? Стреляли с ГЭСа. Сверху, что ли? Да. Ты видишь? Нет, но стреляли с ГЭСа, судя по звуку. То есть он ждал, пока мы там набегаемся, блядь, чтобы на 100 метров мы отошли, да? Ну, может быть. Урод, блядь. Не-не-не, он мне навалял. А что, у меня стрима нет? У меня же есть стрим. Хиляйся и побежали внутрь. Бля, как потемнело. Как мы тут внутрь пробежим, если он нас на 100 метров видит? Нас нихера не видит. Под спидами бежишь. Какими спидами? На спринте бежишь и убегаешь. Он тебе одним попаданием выбил все? Он мне выбил, нет, двумя или тремя. Он мне выбил ноги в красное и руку в черное. Если он не выбивает, значит... Броню немножко покотал, мне в тело попадал. Калибр у него не такой себе. Броню покоцал на 4. На 3, 4. Я готов. Сейчас я таблетку приму и пошли. Ну я сейчас сюда прямо и налево. Там есть вход? Да. Окей. Ну я пробежал. Я тоже. Мне надо Гошану ведомости. Мы как раз на ведомости Гошана. Да, на идее мы ведомости. Они мне не нужны уже. Куда идем? Я иду чекнуть видюхи, но вроде ничего нет, уже прочекали все давно. Ну да. Компы лутаны, да. Ну, ходить.
Движок парень выбросил. Видимо, что-то полезное нашел. Что это такое было сейчас? Бейсбол. Погоди, я остался там. На палатках стреляется. Ты как пошел? Через кассы? Я да. Сейчас в прачке буду. Бегу через кассы. Я у прачечной. Угу. А я по кассам бегу. Это прачка? Слышишь? Да это на этих, на палатках. Я у площадки детской. Вышелка. Пойдем в этот, через дверь в Гошан, компам. Блин, заебал уже таскать эти ебаные ведомости. И воли за ведомостями. И нахуй на выход. У нас где выход? О, как раз у нас на палатках. Там вытворяешь. Стукнулся. Блять, идти спокойно ты не можешь, надо бегать. Ну а чё смысл? За нами сейчас парень пойдет. Не пойдет он за нами. Ходи. Пусто в компе. Ебись. Вот он. Я думаю, собери свои. Угу. Пойдем. Пойдем сразу в волю нахуй плутаться. Это я посмотрел там все. Это не лутается. Сюда надо. Гошан надо пройти. Как пойдем? Ботов не убивай, плюс. Ну это как выйдет? Ну да, если на тебя в упор, то ладно. Если он где-то вдалеке, скажи мне. Тушенка.
ладно. Я у ящика. Пусто. И в сумке пусто. Охуеть вообще. Вот и прошелся. Тихо. Да, тут по-моему, куда ходил. Да. Еще я ведомости возьму, пойдем. Пойдем на выход, чтобы Боря нас не ждал. Та дверь должна быть закрыта. Ты не ждешь нас? Я в резерве бегаю. Потом. Какой ты красавчик. Так, а где тут эти ведомости? Забыл, они не пойдет. Здесь. Не тут? А, точно, блять, они же вообще воли. Я дебил. Да они на темной. Они на компьютерах. Да, они на темной регистратуре. Да, да, да. Информационка, точнее. Да, на компах там, на дальних. Баты, если будут, ты ж понимаешь, что делать. Я тебе сказал, как получится. Не лезь ты туда вперед. Сейчас еще... Ну, здесь справа может чувак сидеть. Давай обойдем, посмотрим, что тут. Я зашел в мебель. Чувака. Где? Где? Минус. Вот здесь. Еще один. А сказать, где сложно, блядь? Еще один в мебельку заходил. Еще. Я в мебельке сижу. Еще один слева был. Я в мебельке сижу. Где я понял, ходил? Внутри Гошана. Бегает. Почему я ничего не слышу? А чувака ли вообще-то был? У меня справа ходьба в Расмусе, походу. Это был челобот. У меня справа ходьба в Расмусе. Убежал кто-то. Куда он убежал? В сторону тебя, наверное. Ты же не бегал? Нет. Вот. Там либо бот, либо чувака носили. Сиди и проверяй. Я вижу. Ну, в Расмусе не было, было движение. Человек, я говорю, ушел. Иди. Проверяй, на кассах кто-то бегал. Это бот, сейчас. Не факт. Да, бот ходит, иди убивай. Ну, оставь его справа. Ну так иди бегом убивай. Справа, справа ходьба. Бег, бег, бег справа. Тихо. Девка ебаная. Блять. Тебе? По тебе, судя по всему. Нет, он меня не видит. Справа была пиздец ходьба. Я не вижу бота. Тебе было. Да, ты в центре. Не, не в центре, я в мебельном поле. Да, я за тобой. Откуда мы пришли? Я хожу. Он тоже затихарился сейчас. Может, он сзади был? Ходит, ходит, ходит. Сумку открыл. Слышишь? Нет. Как ты, блядь, не слышал? Слушай, это может внизу? Внизу есть сумка? Справа от тебя есть сумка в авокадо. Ну, в авокадо, значит. Сумку, да, в этих кабинках. Тебе чувака-то надо?
Да, надо. Это может быть чего? Ты бота на кассу пойдешь убивать? Погоди. Пей, он никуда не убежит. Я не хочу тупо откиснуть. Ну, оружием шоркается. Если это к стенке. Уже вскинул. Перед... Что-то делать. Да, перезаряжаю. По-моему, крадется. Тихий шаг слышу. Шагнул. Шорох. Ходит. Как будто бот, блядь, шоркается. Ну, сумки боты лутают? Да. Нет, там... сумки не лутают. Идут со стороны касс сюда. Касс? Со стороны касс кто-то подошел сюда. Это бот, наверное. Сейчас встану, пойду убью. В техно зашел кто-то. Да, вижу, вижу, ходит. Так убивай, хули ты смотришь. Я его не вижу уже. Я видел, он прошел. Ходит, ходит там справа кто-то еще. Раз мужчина, водики. Не водики, а там. Пошел, 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 пошел человек. Топать. Слышишь? Во. Сбол кончился. Бег слышал, да? Сейчас. Кира. Чё? Слышал бег. Опять ходит там. Он не в Расмусе. В Расмусе дерево. Нет, значит он в Адике. Ну не в Адике, блин. Я бейсбол жру. Похуй. А в техно куда чувак дел? Не знаю. Он как там прошел и исчез. Дебот на кассах.
Короче, я вышел из мебельного. Заебало сидеть. Уже время скоро. У Каста где был бот? Где-то у Каста ходил, куда я знаю, где он. Окей. Сейчас. Это мог быть чело бот. Нет, это был обычный бот. О, слушай его. Все, минус. Остановись на секунду. Челобот. Угу. О. Я бы с него там забрал на сюда. Нормально. Тебе принес. Там с него я и сам забрал. Оставь ему адар тогда. Я заберу. Нет, кошка, ты не вовремя, блядь, пожалуйста. Ну, блядь, скинь сайгу, блядь. Бесполезный ключ. Какой сейф? От магазина. А, да, выкини нахуй. Ну или придешь, продашь его. Дурочки покупают. Все? Могу пойти получать его? Да похуй, мы уже тут шумели. 8 минут. Идем за моим квестом и пошли на выход. Как валяется это мусор? Мусор. Все, пойдем. Рутарь. Короче, останься здесь. Блять, где здесь? Ну здесь, я пошел. Потом бегать тебя разлутывать. Пойдем, блять. Не за надо меня разлутывать. Тогда я пошел за квестом. Иди. Где 7 минут, блять, я за квестом и нахуй на выход. Ты сам. Ты там воюешь? Нет. Ладно, хер с ним. Потом. Забей голову, блять. Да я киллу хотел чекнуть. Подходит. Это мог килла быть. Ё. Ай-яй-яй, это не ты, блядь. Меня рядом с тобой нет. Два челобота. Убивай. Бля, Гренна меня убила. Молодцы. Ты лучший, блядь. Или не челопоты, или ЧВК. Сейчас узнаю. А, не. Голова глаза? А, ну, гриной.
Ну ты понимаешь, что я тебе не пойду разлутывать. А, не, не греной. Прикольно. Давайте разлутывай. Тебя убили, что ли, Клип? Да. Так он так быстро бежал. Там их было двое. Ни одного чувака, бля, ничего боты. Переставь на авторуст пока сервера, слышишь, что, Клип? Зачем? Ну я поставил там Германию, Германию, ну Европу. А ты Бля, поставь если авторуст. бы не пиздели, было бы очень хорошо. Я бы очень благодарен вам. Я выйду и будете пиздеть. Ну так замутится. Придется. Одолжение, блин, дед сделал. Если бы едок был, мог бы прикрыть. На вторую, скажешь, поставить? Ну давай. Все, вышел. Нахуй ты туда пошел? Зачем, блядь? Вышел? Ой, хорош, ой, молодец, ой, краса, ой, умничка. Ну, спасибо, блядь. Лёша, ты ювелир! Чё ты орёшь, блядь? Мало твоих горений, блядь, так ты еще просто как ёбнутый орёшь. Я вообще сколько горел сегодня хоть раз? Сегодня, блядь, удивительно. Ни разу я не орал. Вот сейчас, блядь, просто на пустом месте, блядь. Сережа, ты ювелир. Давай, погнали еще играть быстрее, пацаны. Мне скоро ехать квартиру смотреть. Быстрее не получится, я буду полчаса разгребаться. Ой. Меня идите. Без меня идите. Я не пойду, блядь, мгновенно, быстро, срочно, блядь. Тут ты там оделся, а я только вышел. Что? Ты пойдешь вдвоем? Мне пофиг вообще. Все, Клипа обиделся. Его убили, он обиделся. Ну, ему говорил, не ходи, нет, попёрся. Я не обиделся, я ничего. Сам стал мне, иди переставляй сервера, ну жди, пока я ребутнусь. А, Точнее, перезапущусь. Ты переставляешь сервера, да? А теперь Я надо... так хочу эту паку ебаную сделать, но, сука, меня так это бесит от ботов откисать, меня заебало от всякого дерьма, так что... Теплак, теплак и ночь, все. Ну, он же хочет лезть прям в упор на всех, он же... Че, пойдемте вот сейчас с теплаками гулять, пойдемте? Ну, мне пофиг, я могу и погулять. Пошли гулять с теплаками, я сейчас уберу рюкзак. Возьму ПП патроны. Пойдем гулять с теплаками, хуй нет, пойдем. 36 МБС. О, да ладно, я 35 взял. Наконец-то, блин. Свершилось чудо. Спасть жизнь друга. Квесты собирать. Куда пойдем? А, у тебя авторус, да, стоит? Нет. Че, на берег также пойдем шараемся? Мне пофиг, где людей убивать. Тебе же там надо было самодинамо сделать килы, нет? Это любая локация. Я дебил. Мне надо было заложиться на бэтаре. Ага. Ну ладно, еще успею.
Надо кафури выйти. Ой, блин. Короче, раскладывайся, я до туалета пошел. Вчерашние посиделки до сих пор укиваются. Пукаешь? Ага. Так что на другой стороне слышно планеты. Так. Ну что, у меня грязлей-то больше нет. Готел. Продам. Чоп. Купщику продам и заживу. Да, Боря? Боря, не молчи, Боря. Да, да, да. Да. Да? Да. Спасибо, Боря, что ответил. Спасибо. Спасибо тебе. Ты лучший. Ты лучший просто, Боря. Боря, ты просто, блядь, подарил мне стак, блядь, 285-х патронов. 855-х. Просто. Все собрал, блядь. Я все твои разрядил магазины. Молодец. Ну а хули? Патроны хорошие, что их терять? А, вот что он так дорого стоит. Он на теплах меняется. Кто? Череп. Бать, у егеря флир стоит 676 тысяч. Мне реперка нужна. Где ее взять? Ля. Ля. Это же. А мне надо эмочку собрать, а где она лежит? Она лежит. Найти. Мочу там. Тут, наверное. Вот она красивая лежит. Вот она. Нарядно. На праздник к нам пришла. Много. Где Грааль у меня? Ручка Грааль. Помню, что она была. Я ее проебал уже. Не должен. Shift. А Shift надо мне? Да. Да заебали вы стучать, все по голове постучить. Долбоебы гнойные. Механик, будь любезен, прими говна кусочек. Ай, красава, забирай. Хочется поставить. Это да. Ай, красава. Какая эмочку даю?
коротенькую, красивенькую. Но бесполезную, сука. 66-82 это, блядь, пиздец. Теплоочко. Почем теплоочок? Бля, я покупал за 600, уже 580 плах стоит. А я покупал за 600, сука. Да похуй. Пожалуйста. Ты радость. Да. Причем 60 банк. Бать. Покупать не могу, да? Демочку разберу нахуй по частям. Так. Да? Чё? А, все, понял, чё. Чё? Каунтерские патроны заряжены 60. Алло. А, на тебе, Кирилл. Слушай, я же купил газблок. Сука, сука, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. Не ругайся. Ругайся. Не ругайся. Ругайся. Не ругайся. Ругайся. Дед. Старый, прости, конечно, но теперь я понимаю, жилой. Почему ты разведенный, блядь. Я разведенный, ты ебанулся? Ты же сказал, ты же говорил, что у тебя бывшая есть. Тебе приснилось. Так, а где, кто газблок продает? Мират, по-моему, да, продает газблок? Тебе приснилось. Когда у меня никаких бывших не было, нахуй они уперлись. Вот 40 кило есть по весу. Хорошо. Меня 30 тысяч опыта сюда. Мне повезло, и я не вляпался в это говно, называемое браком. Красава старая. Не, ну чё, как правильно, нахуй тебе эти проблемы. Ну я готов. Я не. А вот газблок у меня был, почему он не оделся. Я тоже готов. Ну чё, идём на берег на ночной шароебец. А что там делать? Я как бы, если пойду вообще на берег, я с теплаком, я вообще не пойду. Так, стоп. Мы идем с теплаками бродить или мы идем ебашиться на... Я иду с теплаками бродить. Если... Потому что у меня квест, мне нужно сменить теплаком убивать человека. Хорошо, куда мы идем? Давай, погнали. А где этот? Кто? Ты! Я не пойду. Чё ты не идешь вдруг? Не хочу. Во-первых, берег, мне там делать абсолютно нехуй. На лес пошли давай. Это раз. Во-вторых, я разгребаю схрон. Может посмотреть, пошли, что у меня. Пошли на лес. Послал тебя на лес, иди в лес. Вопросы есть? Я не пойду, пока не разгребу схрон. Идите без меня. Я не думаю, что вы там, блядь, без меня как-нибудь не справитесь. Ну, пошли. Вам спокойнее будет. ЧВК вам больше. Я сомневаюсь, конечно, что мы в лесу кого-то найдем, но да ладно, пошли. Смотря куда вы пойдете. Ну, давай. Инвайт меня. А-а-а,
у меня много Европы стоит. Похуй. Может, на авто пойдем или что? А куда идем? Лес, да? Лес, много часов. Хотя давай я тебя заиначу. Давай. Ну что, прощай, теплак. Ты был мне как теплак. Хуя ты, блядь, мастер рифмы. Не думал в батлах участвовать? Mm-mm. У тебя получилось, блядь. Обосраться, правда. Боже, ладно. Что он агрессивный, а? Перестаю так сильно. Ну, пожалуйста, старый, спасибо. Нет, нет, это моя фишка, отъебись. Я токсичное дерьмо. Твоя фишка пить не те таблетки? Не пить таблетки, фишка. Посылать к клипу нахуй. Угу. Оптом и в розницу. Угу. Окажется, старый охерел. И что? Что ты будешь с этим делать? Вот что? Ну что ты с этим сделаешь? Ни-ху-я. Говорил один известный блогер, блядь. О, выкинуло. Ну, окей, меч тоже, значит, выкинет. Выкидывает только из леса, заметил? С других карт не выкидывает. Нет, со всех выкидывает. О, в лес, что ли, пошли? Ну, да. Давай еще раз. Лес 0-0. Я гружусь еще. Грузишься. В меню меня возвращает. Понял. А вот сейчас бы мне пригодился, блядь, Ледекс. Я бы его сдал. Но хуй. У тебя есть вот возможность сейчас сходить на резерв. Ой, на развязку. Потанчить, чтобы я выжил, дошел до той комнаты, открыл ее. И отдал, может быть, тебе Ледекс с галкой. Который там заспаунится. Может. Ну, ладно, где ты? Ладно, найдём. Так, я скрафчу это говно. Где ты? Где? Лес 0-0 часов. А, начать поиск. Самогон. И на... RMC куст. TTV. Куст. 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 Угу. Надо понять, что там за геймплей, да? Угу. Косплей собровцев. Собровцев тяжело косплей. Вообще, да, 40 минут сидеть, блядь, на одной точке, это пиздец. Я не, так не выдержу. Да заебали они скучать. Ой. Хотя нет. Есть одни ребята, которые умеют их. Это долговцы. Долговцы, да. Они друг друга стоят. Опять выкинуло? Я тебе говорю, в лес не хочет нас пускать. Серьезно? Дай-ка сейчас спрошу у разраба, какого хуя выкидывает. Ты, может, на Европу пойдем? Да, мне пофиг. Заходи давай, дед. Мы тут тебя полгода уже... Наташа второй раз выкинула. Видишь, играть тебя хочет. Хочет и хочет. Я-то ее не хочу, мне-то хуй на нее класть. У меня схрон забит, блядь, говном, который я хочу продать. Понимаешь? Ты же понимаешь меня? Я сыграю свою попозже, там, через катку. Через катку. Не гуди, блядь. Превращайся в меня. Это моя прерогатива гудеть, блядь. Заходи давай.
Не буду. Заходи. Посмотри мне в стрим, блядь, сука, заебал. Ну, смотрю в твой стрим. Ну, ты видишь вот это вот, говно, которое все должно уйти на барахло. Вот это вот, вот это. Все, вот это. Все. И вот это тоже. Господи. Пока я это не выставлю на барахло, я никуда не пойду, потому что меня забито. Видишь? Да, продай ты все, ты торговцам. Да не буду, блядь. Разница в 1000, 1500, 2000, 3000 рублей. Ты дурачок или тебя... Или как? КТС вообще ничего не стоит. Фонарик тоже ничего не стоит. Нихуя ничего не стоит, поверь мне, клип. Он просто старый. Блять, это мое дело, что мне делать. Отъебитесь, а? Вы не понимаете, зачем я это делаю. Идите нахуй. Нажми поиск группы клип, пойдем вдвоем. Так сам нажимай. Я на авто пойду, я на Европу не пойду. На авто народу побольше. Думаешь, на авто побольше? Да, и читеров побольше. Пойду с вами через катку. Не, нас сейчас третий раз выкинет, конечно, вот это я буду в голос орать. Будет стрик. А я не буду орать. Отойду на минутку. Я вот не ел нихуя с утра, я пойду лучше поесть сделаю все. Если вы не против. Неужто вас не выкинуло? Ну, охуеть. Ну, охуеть теперь говорю. Чё? Вас не выкинуло, блядь, чё? Ну да, и чё? Ну, я хочу драник. Я хочу, чтобы мне сделали минет. Какой ты, сука, приземленный. Я ему про про, блядь, высокую культуру пищи, а он, блядь, про минет. А я тебе про высокие чувства. Я тебе про национальную, блядь, еду белорусов, а он мне про какую-то хуйню, блядь. А я тебе про человеческую национальную завалу. Фу, какой ты, блядь, мерзкий. Честно. Фу, нахуй, старый, бесишь меня сейчас. Могу еще. Заканчивайте оба. Как ты, сука, можешь, блять, хуй живого человека пихать вообще? Да ты что, некрофил, что ли, старый? Ты пиздец просто, ну вот как так можно? Это же, блять, фу-фу-фу. С кем я и... Давай, клипа, собрались?
Мне надо трех человек, тебе всех остальных. Окей? Угу, конечно. Ёбаные озера, блядь. Как? А, мы у Меченки, слышишь, чё? Ну да. Пойдём на Меченку. Или нет? Так, хороший респаун у нас. Ну я иду аккуратно. Жопу посмотрю. Хотя нахер Меченку на чувака убивать. Так сюда сейчас придут челиксы. Челиксы, хуеликсы. А нахер им сюда идти? Потому что... Во-вторых, тут спаунятся эти... Ну-ка, подойди сюда. Я уже в деревне. А, я понял. Ой, бля, вот это чё? Был нехороший звук. А чё это за звук? Либо М700 неглушённая, либо у нас большущие проблемы. Папуа Магнум? Да. Мьёльнир. Ну, понимаешь, если я в алты услышал этот бум за 2 километра, то это очень плохо. Салаты. Вот. Будем надеяться, он без теплака. Ну да, конечно. Так, ты где? Я возвращаюсь назад. Я у камней. Там же, где резнулись? Да. Бум был вообще неспроста. Блять, салат. Я очень надеюсь, что это просто М700. Нет. Ой, это не М700. Сука, танковая пушка, блядь. А у патрона и урона до талого там? Или он только пробитый? 120 урона. А, то есть... Всё, пизда мне. Шот в любую часть тела почти. Ты куда пошёл-то? Назад вернись. А что, здесь будем стоять? Нет, я хочу, чтобы меня подсадил. Хуенно, ты хочешь? Где ты? На камни поднимись. Ближе к берегу. Понял, иду. Тихо! Я выстрел услышал, что ли? Так охуенно. Он вот сюда вот встань. Чуть ниже спусти, чуть ниже. Вот так вот. Ближе подойди, ближе. А, погоди, на это говно забраться нельзя, типа? Видимо, нельзя. Видимо. Ну, пошли аккуратно, чё. По деревню пошли. Ох, не нравится мне эти пумы. Если он на FMG-хах, ты как бы выживешь в 5-й класс. А вот если он на АП-шках, ты сдохнешь. 5-й класс. А у меня пока какой класс? 2-й. Ладно, у тебя без шансов на любой патрон от Мьёльнира. Если я его увижу, я его порву, бля. Все же, Мьёльнир мой. Угу. Тот парень с дробовиком тоже думал, что Мьёльнир его. Какой парень, с каким дробовиком? Да вон, когда дедок решил сходить на этот себе.
Мне кажется, его угомонили уже, бойца этого. Слышишь, не стреляет вообще. Да не факт. Господи. Дед, какого хрена? Что тебе со звуком? Чё? Кто мне со звуком? Печатаешь нам по голове. Я его тише сделал. А здесь что самое стрёмное? Даже если парня угомонили, теперь у того, кто его угомонил, есть пушка. Которая ваншотит любой класс. Так его, может быть, угомонили, там мощники дохуя стоят, может его горды угомонили. Может просто он пострелял всех и спокойно сам угомонился. Да. Ну, два выстрела всего было, старый. Всех двумя выстрелами не убьешь. Ну, убил двоих, все и пошел лутать. Какую-то тепловую сигнатуру вижу. Где? Банк, что там еще? А. Нихуя, ткань красным светится, арамид, понял? В теплаке. Да, все предметы светятся. Мосинка. А, на самом деле мосинка тоже страшно, но не так. То есть ему мосинка, какой бы патрон не был, не ваншотает хотя бы в грудь. Или сипилку чекнем. Новую, которую. БМП с тяжелым вооружением. Неплохо они тут. Это не БМП. Это БМП. Нет. Это БМП. Это ПТСУ. Ну, ПТ-шка. Это не БМП. Это ПТ. Противотанковый ПТ. А чем оно отличается от БМП с тяжелым... Тихо. По дереву кто сейчас? БМП. Всех под пехоту. Ой, да похуй на ваше БМП, хватит, блядь. Вы всякой хуйне спорите о ненужной в рейде. Это же клипа.
две дрели. Я внутри. Окей. Да. Что, на снайпера идем? Да, пойдем. Правда, там светлая ночь. Кажется, уже все. Да, блядь, тут видишь, тут я респы вообще хуй знает. И кто куда побежит, тоже хуй знает. На берегу мы еще можем понять, откуда, с какого респа кто куда бежит. А тут я вообще не определяюсь, понимаешь? Я-то знаю здесь относительно все респы. Новые. Да, и что, куда мы идем? Мы идем на снайпера. Просто проблема в том, что здесь на каждой собакогоре может сидеть еще один такой снайпер. Так, ты где клип? Я иду к снайперу по горе, около танка, который... Танка. Ты должен вместе пак видеть. Я не вижу тебя. Ну вон ты на меня смотришь. Сейчас вижу, пошли. Ты там скинул. Нам не налево или на снайпера? Нет, нам направо. Слева под нами мосинка была. О, вижу, раз бот. Два бот. Или вот этот второй может быть не бот. Не, вот этот бот крутится точно бот. Тут значит тоже бот. Вижу тело. Где? Это камень. 206, 207 от меня. Ну это камень, наверное. Бездвижный. А камень может светиться? Теории нет. Но это Тарков. О! Ты че бедолагу бота расстреливаешь? Мутался. Бег, слышишь? Нет.
кому? Все по той же сигнатурке. Опа. Опа, опа. Ой, ёп, ёп. Тихо, 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 брат. Блять, кусты мешают. А где он? Там двое их. Где? Под нами прямо. Блять, вообще стамины нет, сука. Все, ушли походу. А, нет, смотри. Под нами, короче, прямо. Тихо, тихо, тихо. Ебать! Вижу. Там трое, видишь? Да. Стой, подожди, не работай. Надо одновременно начинать. Спалили нас. Тебя спалили. Минус один. Блядь, заебись, а я никого не убил. Охуенно, блядь. Тебя убили? Нет. Нас один обходит уже. Это по мне. Откуда? Не знаю. Кого не убил? Одного я только убил из трех. Опять по тебе? Откуда он стреляет, да. К нам в спину сейчас зайдут, смотри. Минус второй. Я чуть-чуть отошел, оттянулся выше по холму. Буду спину смотреть. Хорошо. Да, бегает. Тихо. Откуда? Все, убил. Убил. Минус третий, да? Да. Это челоботы, блядь. Неа! У меня ЧВК. У меня тоже ЧВК, все, понял тебя, брат. Лутаю. Че, жирненькие такие ЧВК. У меня с ПНВ. Ну, блядь. ПНВ на первом классе у него. Снимайте эти плакиды, пиздуйте, лутать. Ну, сейчас он останется, будет меня сверху прикрывать, а я пойду лутать. Я с тобой пойду вниз. Так, останься наверху. Тебе будет лучше видно сверху. Ну, окей. Вот это вот место займи, где я сейчас сижу. Сейчас, подожди. Ну, хороший тест-драйв. Минус 2 кило еще. Я, по-моему, 100 метровку сделал. А нахуй ему 3М? Я, по-моему, 100 метровку еще сделал с одного. А, не, не сделал. А куда я его убил? Интересно. Я же его сваншотал. В грудах, что ли, так сваншотал? Так, где ты? Иди, поднимайся на холм.
Поднимайся. Вон, видишь, где я? Да, нихуя ты. А, ну понятно, ты... хули ты всех перебил, блядь, внизу. Они на меня... Тихо, как тут не уебаться? Не уебись. И вот туда, вот сюда вот садишься и палишь их оттуда. А я пошел. Ах, нихуя себе, блядь. Ну понятно тогда, хули ты их перебил-то всех. Блядь. Ну, блин, извини, я прекрасно эту карту знаю. И ржет, весело ему, блядь. Ну а чё? Второй, одного вижу под деревом, второй а, где? Второй левее немного. Наведешь меня на них. Я не вижу нихуя второго. А, вот он. Все, ладно. Я... Там бот бегает. Ну так убей. А это вообще массинист был, ёб твою мать. Осталось двоих, блядь. Ну где трупы? Ты меня видишь? Нет, тебя не вижу. Где-то тут под деревом. Точно не видишь? Я потому что тебя... Нет, я тоже не вижу. Налево, вот так, прямо иди. Нет, чуть-чуть правее. Вот так. Шифтани. Ну? Чуть-чуть правее. Вот так иди. Направо резко. Вот так. И еще вперед, вперед, вперед. 10 метров прямо. А, вот увидел. Вот, видишь? Стамина нет. Второй точно. Ууу, ребят, ну мы это, мы инвалидов убили. Че там, бомжи? Да. Видать, самого жесткого я убил. Массидиста? Почему? На нем 74М был. Уже рукоятка, РВГ, прицел, блядь. Да, потом. С этих парней... А что там, сука, нубов обязательно? С этих парней вообще нечем взять. Вы че, блядь? А где еще один нуб? Рапаш возьми, правда. Тут где-то. Обидел нубов. Где он был? Не стыдно? А, вот я на него прям вышел. Не стыдно, нет? Нубов из теплака обижать. А. Еще один. Ой, седьмой. Блядь, замолчи, пожалуйста. Еще один. А что сейчас было? Это я работаю по боту. А, ёб. Ты меня напугал. Блин. О! Свет выключили, блядь, на карте. Так, я пошел обходить? Или что ты? Ты закончил, нет? Да, сейчас. Заканчиваю. Заканчиваю, погоди секунду. Блядь, а, у меня же есть ПНВ. Опа! Все, там пиздец. Правда, у него также не видно нихуя. Как и без него. Но без него вообще вырви глаз, блядь. Ну, ладно, хоть патроны отбил. Чё, на выход идем? Давай на гору залезем, еще посмотрим этого. Так, ща, погоди-ка. У кого СВД нет, правильно? Нет, не было. Блин, сейчас... Ты тут вот у меня бегаешь, ко мне. Я, сейчас. Я лег. Ты бегаешь? Да, я пробегал мимо.
Бля, Клипа, сейчас тебя убивают, походу. Клипа! Клипа, ты живой? Алло. Ты живой? Да. Аккуратно, возле тебя где-то дробовик стреляет. Я пошел на гору. Ты на горе? Да, я на снайпере. Ебать, там внизу туман, конечно. А, ну в теплак не видать нихуя. Ну, так ты только часть видишь, да? Так, я от греха подальше. А? Скину-ка я с него снайперскую мосинку от греха подальше. Хочу в голову с мосинки получить. Я спускаюсь, тут не видать нихуя. Ну пошли, можем уйти тогда просто. Бля, вот забрал бы троих, и квест бы закончился, и пошел бы уже со СВД гулять. Разве? Мне еще двоих надо, так что такое. Мне двоих. Пиздит где-то, вот. Я спустился, иду в сторону лесопилки. Новый? Старый. Нам к лесопилке, что ли? А, у нас окраина. А ты как спустился? Как я спускался? Нет. В смысле? Ты про чё? Ты я как... на снайпере был. Ты как спустился сейчас? Я не на том месте, где мы были с тобой. Я на снайпера залазил. Где бункер. И спустился так же, как и залазил. Уже почти к бревнам подхожу. Ну, подождать меня не хотел бы. Жду, пойдем. А у тебя какого хоть левела-то парень был? Скажу, 18-19-го. Ну, понятно, он тут самый... А, Шурик. Я же говорю, самый борзый был у меня. Бля, пацаны, живите, сейчас я обойду их, я их... Тихо! Я лег. Я к барыгам, а потом по бабам. Ну окей, иди к барыгам. Я твоих барыг трогать не буду. Ай! На тебе? Да. Ногу отстрелили. Я к тебе побежал. Я между бревен.
смысле, ты уже внутри лесопилки? Нет, над лесопилкой, над 1, 2, 3, понял, бревна? Понял. Вот эти. Между ними сижу, стамина регена. Регену. Дай себе мул вколол, если 6. Нахуя? Ну, что-то мне там нет, не колебет оставаться. За батом. А, это ты. Прыгни. Да, ты. Так, все, ладно, я убираю теплак. Все мне ничем не поможет. А, я опять забыл ключ от схрона. Нет тут никого. Я уже примерно догадываюсь, что нету. Ладно, я побежал дальше. Вот ЧВК, а ну-ка подожди, кто его убил? Митрофан Виртуоз. Ого. Ну, последний был, хорошо. Свипря его пришибли, да? Да. Ты бегал? Да, да, я. Подожди, к 1, 2, 3 ты подбежал? Да. Окей. Я внутри. Тоже. О. РБОП. Что за ключ? Не знаю. Ты куда там понес? Бля, еды, воды нет, там не было в 1, 2, 3? Вода есть, еды нет. Понял. Я саму бы еды достать. Мать, у меня в БНВ прицел светится, но... Да, есть, по-моему, еды, но, блин, значит съем. Ешь, ну там совсем все плохо. У меня 12 пока. Я сейчас сторожку сбегаю, может там будет что. Так, я нашел квасок. Хотя вон я квасок нашел, но он еду же тоже восстанавливает. Да. Ну есть у меня пачка сухариков, могу тебе дать. Нет, ты побежал или пробежал рядом со мной? Наверное. Окей, просто... Ты мне почему-то дикого напомнил. Не знаю, по какой причине. Здесь все лутано, блядь. На. На. Давай. А, вон, еду выбросили. Вон, сзади. Пойдем на выход, мне валить пора. Ну, пойдем. Я уеду на часик, может, максимум. Я камеру не видел. А, мне камеру не здесь, мне в кибе камеру надо, я тупой. Я тупой. Ну, тест-драйв почти закончен. Сок. Можно будет забивать на М1А и бегать с нормальными пушками. С тем же самым моим любимым Мьёльниром.
50 кило, перевеса нет. Неплохо. Так на тебе мул, алло. А сколько мула дает? Он там дохуя дает. Плюс, а, плюс 50%, понял. Продам, продам. Все продам. Я пошел дичь чекнул. Я на выход. Надо будет на берег еще раз сходить также. Я впереди. Да, я впереди не стрелять. Не стрелял, я ж бежал, бегун, я спокойно. Ох, сколько там диких. Really? Да. Я минимум троих видел. Ушел. Куда? К сожалению, я вышел, да, я хотел тоже их поместить. Опыт, экспо. Ну такой все, ладно, хер с ним, просто выйду. Не добил. Ты не оставил мне, братушат, нахуй, ебаный, вот сейчас закончится твой ебучий. Так мне тоже надо. Ну, понимаешь, тоже надо. Мне тоже надо. Не так. А, там было 72 метра. Нет, я первого в голову убил. Просто 72, а не 100 метров было. А, вон ну да, вон я виртуоза убил, который того парня прикончил. Ну все, ладно, приду, вот, напишу, зайду в Дискорд. Угу, давай. Сейчас небольшой перекур тогда сделаю и пойду стримить кое-что другое.